Не все разумеется. Пожалуй, ручки. Запечатайте. Ниже пояса. Красный, голубой. Открытая печать. Держать. Выполняй команду. Уважаемые зрители, спортсмены, тренера, представители, завтра начало соревнований в 10 часов. Повторяю, завтра начало соревнований в 10 часов. Ринга отдыхает Владислав Заграничный. Ему 16 лет, кандидат в мастера спорта. Представляет город Умань, тренируется в ДСШ, в Уманской ДСШ. Боксом занимается 5 лет. Провел 50 поединков, 42 одержал победу. Является чемпионом Черкасской области. Тренируется под руководством Виктора Петриченко. Уважаемые зрители, и спортсмены, напоминаю, сегодня в 7 часов Украина-Словения. Отборочный матч по футболу по каналу Украина. В 22:30 канал Интер. Бокс. Будет боксировать Михаил Беселя, наш черкасский боксер. Раз, два, и три, покурочку. Слышь, раз, два, и три, покурочку. Хорошо, правда.
Отдыхает Евгений Постников. Ему 17 лет. Представляет город Черкассы комплексную для США «Виктория». Боксом занимается один год. Тренируется под руководством мастера спорта СССР Зуфара Мифтахова, который очень волнуется и помогает секунданту секундировать. Готовится к выходу на ринг 24-й парен Евгений Власюк, Умань, Дмитрий Трофимов, Виктория. Напоминаю, завтра начало соревнований в 10 часов. Давай, давай, давай. 5, 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 5
Последние пары сегодняшних соревнований. Евгений Власюк, Умань, Дмитрий Трофимов, Виктория. В этом бою единогласным решением судей победу одержал Владислав Заграничный, Умань. Он выходит в финал.